с вами давно не собирались в таком составе. Сегодня поговорим о том, как у нас идет работа по подготовке к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. Многое очень сделано, действительно. Практически мы идем по графику. Об этом говорят и наши наблюдения. Правительство постоянно этим занимается. Вот Дмитрий Николаевич Казак, как вы знаете, он с вами в постоянном контакте. Кстати говоря, просил бы иметь в виду, что Дмитрий Николаевич Казак специально занимается этим на уровне вице-премьера Российской Федерации. И он имеет право на то, чтобы выражать мнение правительства. Вот это важный момент. У нас единоначалие должно быть по этому вопросу. Никаких здесь шатаний прошу не допускать. И хождение по кабинетам тоже лишнего не нужно. Вот есть один центр управления, вот туда и обращайтесь. В целом, повторю еще раз, у нас работа идет достаточно слаженно. И Международный олимпийский комитет постоянно контролирует. Совсем недавно у меня была встреча вот 7-го с президентом Международного олимпийского комитета Жаком Роге. Он тоже в целом положительно оценил все, что делается по подготовке. Но мы с вами всегда должны смотреть критически на нашу работу. Видеть, где и что мы недорабатываем, либо что могли бы сделать лучше и дешевле. Об этом отдельный будет разговор. До начала Олимпиады нам предстоит провести еще 47 тестовых мероприятий. В прошлом году они уже начались практически, прошли успешно, надо сказать. Это было отмечено и спортсменами, и специалистами, тренерами, зрителями. Зрителей было немало. В целом, повторяю, работа идет неплохо. Но 47 тестовых соревнований, мероприятий, из которых половина международных должны быть. Это тоже большой достаточно объем. 22 международных соревнований и 25 всероссийских. Наша задача обеспечить безусловную готовность объектов к проведению этих соревнований. Причем на уровне требований, предъявляемых Международным олимпийским комитетом. Речь в первую очередь идет о всех спортивных сооружениях, включая ледовые арены для организации соревнований по хоккею и фигурному катанию, по горным лыжам, по бобслею, по конькобежному центру нужно все сделать, санно-бобслейный трасс нужно закончить. И сами объекты, и вся инфраструктура, необходимая для проведения мероприятий, должны быть введены в строй до конца текущего года. Вместе с тем, я уже говорил о том, что у нас в целом идет все по графику, вместе с тем вынужден отметить, что по ряду объектов все-таки хотелось бы двигаться побыстрее. Напоминаю, что сетевые графики сдачи утверждены, в них четко оговорены действия инвесторов, заказчиков и подрядчиков, а также все этапы, сроки и процедуры, и их нужно неукоснительно соблюдать. Учитывая технологическую взаимосвязь большинства объектов, даже отдельное отступление от согласованного графика может повлечь за собой так называемую цепочку негативной реакции. Это в полной мере касается всех олимпийских объектов. Напомню, что в общей сложности к Олимпиаде необходимо построить и реконструировать 532 объекта, но некоторые из них, вот мы сейчас с Дмитрием Николаевичем говорили, ну, Роза-хутор, допустим, здесь считается как один объект, но там их 40. И всего, если вот так вот разбить реально по каждому объекту, это будет 800, даже чуть больше. Включая спортивные и туристические сооружения, объекты транспорта, энергетики, связи, здравоохранения, инженерной и гостиничной инфраструктуры. На сегодняшний момент реализован 141 проект. По 29 объектам введены и закончены уже отдельные этапы. В 2012 году работы должны быть завершены еще по 135 объектам. Нарушение сроков строительства сегодня должны быть сигналом для требования дополнительных финансовых гарантий со стороны подрядчиков. Причем, и я знаю, что вы это подробно обсуждали с Дмитрием Николаевичем Казаком, я полностью с ним согласен, уважаемые коллеги и друзья. Вы сами взяли на себя эти обязательства,
Если какие-то чувствуете проблемы, решайте их, пожалуйста, сами. Мы готовы подставить плечо, и вы знаете, мы это делаем. Но нужны гарантии тогда. Причем не устные заверения, а письменные гарантии. Я прошу Олимпстроя, а также там, где это необходимо, и органы государственной власти принять исчерпывающие меры к безусловному выполнению ранее взятых на себя обязательств заказчиками, как заказчиками, так и проектными и строительными организациями. Должен быть задействован весь арсенал предусмотренных законом и договорами инструментов для строгого соблюдения графика работ, включая финансовую ответственность. Я вот потом прессу уйдет, скажу, к чему буду приравнивать срывы работ на этих объектах, чтобы не пугать здесь никого. Но вам скажу, как людям, которых знаю много лет уже. Хочу напомнить и должностным лицам органов власти, и владельцам частных компаний. Когда мы приступили к олимпийской стройке, я просил всех взвесить свои силы, возможности и принять продуманные ответственные решения об участии в олимпийском проекте. Сегодня исхожу из того, что такие решения были приняты осознанно, и все обязательства должны быть исполнены в срок и в соответствии с ранее достигнутой договоренностью по цене. И еще, вот как раз по ценам. Знаю о желании некоторых исполнителей, как заказчиков, так и подрядчиков, сегодня на завершающем этапе строительства пересмотреть стоимость объектов в сторону увеличения. Хочу подчеркнуть, это недопустимо. С каждым таким случаем нужно разбираться отдельно. Если цену объекта самостоятельно сформировал инвестор или подрядчик, без соответствующего согласования с органами власти, риск удорожания стоимости и дополнительных расходов лежит на соответствующей частной организации. Отступать от общепринятых норм и правил гражданско-правовых отношений не будем. Строгое требование соблюдения сроков работ в полной мере распространяется и на создание инфраструктуры безопасности. На такие объекты необходимо обратить особое внимание. Графики проектирования и строительства этих объектов должны быть исполнены безусловно. Сегодня посмотрим ситуацию по всем основным проблемным точкам. И хотел бы услышать от вас подробный доклад с четким изложением всей ситуации. Еще хотел бы обратить ваше внимание на организацию тестовых соревнований. Еще раз к этому вернуться. Это, как мы с вами понимаем, генеральная репетиция Олимпиады, системная отработка модели ее управления. И здесь каждая деталь от прогнозирования погоды, устойчивой работы системы мобильной связи, вплоть до улыбки и доброжелательного отношения к специалистам и спортсменам, все имеет значение и для успешного проведения будущих игр, и для репутации нашей страны. Прошу очень тщательно отнестись к организации этих соревнований, отработать механизмы взаимодействия всех структур, вовлеченных в подготовку и проведение Олимпийских игр, органов управления, городских, коммунальных и дорожных служб, спасателей, правоохранительных органов, медицинских работников и волонтеров. Необходимо создать доступную среду для граждан с ограниченными возможностями, обеспечить хорошее качество обслуживания и спортсменов, и зрителей. Хочу обратить внимание на необходимость максимальной реализации и билетной программы в ходе тестовых соревнований. Важно отработать все процедуры управления зрительскими потоками, логистики во время игр, обеспечив максимальный комфорт для граждан. Прошу сегодня подробно рассказать, как идет подготовка к тестовым соревнованиям. Мы уже не раз говорили о том, что проведение Олимпиады должно в первую очередь стимулировать развитие Сочи. Это еще одна проблема, на которую я хотел бы обратить внимание. Как Сочи, как одного из крупнейших в России курортных туристических центров. В этой связи отмечу, что более 80% всех ресурсов, которые мы выделили на Олимпиаду, идут именно на развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунальной инфраструктуры города Сочи. Система водоснабжения, канализации, строительство автомобильных магистралей, тоннелей и транспортных развязок. Идет реконструкция действующих и строительство новых гостиниц, санаториев, домов отдыха, причем самой разной ценовой категории. Кстати говоря, вот мы сегодня с губернатором тоже обсуждали, у нас существует много программ обеспечения жильем
льготных категорий граждан, обеспечение жильем военнослужащих. У государства много обязательств перед большим количеством наших граждан. Можно было бы использовать вот этот жилищный фонд потом для решения в том числе этих задач. Нужно только обеспечить нормальные цены с тем, чтобы они не были завышены. Уже сейчас, несмотря на масштабное строительство и связанные с ним неизбежные объективные неудобства, число туристов, приезжающих в Сочи, растет. В прошлом году оно составило почти 4 миллиона, 3,9 миллиона человек. Поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края от санаторно-курортного комплекса города Сочи также увеличивается. Ну, увеличилось на миллиард практически, по имеющимся данным. С 2,6 миллиарда в 2008 году до 3,6 миллиарда в 2011. Давайте сегодня тоже поговорим о том, что меняется в Сочи и как Сочи, как действующий курорт, несмотря на олимпийскую стройку, готовится к наступающему курортному сезону. Пожалуйста, давайте начнем работать. Куда обращаетесь? В целом, повторю еще раз, у нас работа идет достаточно слаженно, и Международный олимпийский комитет постоянно контролирует. Совсем недавно у меня была встреча вот 7-го с президентом Международного олимпийского комитета Жаком Роге. Он тоже в целом положительно оценил. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами давно не собирались в таком составе. Сегодня поговорим о том, как у нас идет работа по подготовке к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. Многое очень сделано, действительно. Практически мы идем по графику. Об этом говорят и наши наблюдения. Правительство постоянно этим занимается. Вот Дмитрий Николаевич Казак, как вы знаете, он с вами в постоянном контакте. Кстати говоря, просил бы иметь в виду, что Дмитрий Николаевич Казак специально занимается этим на уровне вице-премьера Российской Федерации. И он имеет право на то, чтобы выражать мнение правительства. Вот это важный момент. У нас единоначалие должно быть по этому вопросу. Никаких здесь шатаний прошу не допускать. И хождение по кабинетам тоже лишнего не нужно. Вот есть один центр управления, вот тут все, что делается по подготовке. Но мы с вами всегда должны смотреть критически на нашу работу. Видеть, где и что мы недорабатываем, либо что могли бы сделать лучше и дешевле. Об этом отдельный будет разговор. До начала.